Уважаемые зрители, мы продолжаем снимать и выкладывать для вас на YouTube новости из жизни самых известных певцов, музыкантов, танцоров, спортсменов и про других популярных личностей, а также самые важные события в стране и в мире. Благодарим за ваши отзывы под видео и подписку на канал. Все новости взяты из открытых источников, а видеоряд и фоторяд собраны для более эффектного восприятия видеоролика. Продюсер Яна Рудковская призналась в страшной потере. Ошеломительное признание сделала Яна Рудковская на шоу «Секрет на миллион». Продюсер призналась, что пару лет назад она и ее муж, Евгений Плющенко, потеряли дочку. Трагическое событие произошло несколько лет назад. Ее вынашивала суррогатная мама вместе с сыном звездной пары Арсением, но девочке не суждено было выжить. Сурмаме подсадили сразу два эмбриона, но мальчик оказался сильнее. Я спросила у врачей, почему так. Мне ответили, что девочки у нас слабые, а мальчики сильные, рассказала Яна Рудковская. Знаменитость не скрыла, что все равно не отказалась от идеи рождения дочери. Уже в ближайшее время она и Евгений Плющенко вновь планируют обратиться за помощью к одной из сурмов.